Это новый выпуск программы «Вакантное место» на телеканале «Самара ГИС». Здравствуйте! Если вы любите читать или, к примеру, проводить время на свежем воздухе, то сегодня вы нажали на нужную кнопку и сделали правильный выбор. В ближайшие несколько минут расскажем о самых интересных вакансиях на рынке труда в Самаре. Никуда не переключайтесь! Классическое и современное, фантастическое и научное, детское и специальное. Первая вакансия в нашей апрельской подборке придется по вкусу литературным гурманам. Помимо интересной работы, соискателям на должность библиотекаря предлагают официальное трудоустройство, полный социальный пакет, конкурентную заработную плату и комфортный график. Узнать подробности о вакансии и требованиях к кандидатам можно по телефону 846-242-1323. В Самарскую муниципальную информационно-библиотечную систему требуются сотрудники на должность библиотекаря. Мы ждем интересных и творческих людей. В обязанности библиотекаря входит обслуживать читателей, проводить мероприятия местного и регионального уровня для разной целевой аудитории, участвовать в корпоративных проектах, конечно же, любить книги и всемерно сохранять и развивать искусство глубокого чтения. Создавать красоту своими руками и делать родную Самару еще привлекательнее. Для работы в парках и скверах крупное муниципальное предприятие, занимающееся благоустройством общественных пространств и организацией досуга жителей и гостей города, примет в штат трактористов с опытом работы на колесных тракторах и специалистов по благоустройству населенных пунктов. Кроме того, на весенне-летний период в парк имени 50-летия Октября требуется контролер в пункт проката лодок и катамаранов. Соискателям гарантируют конкурентную заработную плату на рынке труда, удобный график и полный социальный пакет. Со списком вакансий и требованиям к кандидатам можно ознакомиться, позвонив по телефонам 846-332-1163 или 846-332-7022. Это интересная, это ответственная работа, это красивейшие рабочие места, это дружный коллектив. И, возможно, именно вас нам не хватает для того, чтобы сделать этот город чище, лучше и круче. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области ищет кандидатов на должность водителя автомобиля 4-го разряда. Соискателям гарантируют полный социальный пакет. Подробности можно узнать по телефонам 846-250-70-29 с добавочным номером 1033, а также 846-250-70-29 с добавочным номером 1013. Какие вопросы необходимо задавать потенциальному работодателю, о чем спрашивать вовсе не стоит. Подготовьтесь к этому важному этапу собеседования заранее вместе с нашим постоянным экспертом в сфере HR Марией Ампилоговой. Нужно обязательно эти вопросы подготовить заранее. И вопросы должны касаться самых разных аспектов работы в компании. Конечно же, это вопрос относительно должности, относительно того, каким образом может быть профессиональное развитие на этом месте, как строится работа в команде, каковы требования руководителя к человеку, которого сейчас ищет компания. И только после того, как вы выяснили содержательные вопросы о компании, имеет смысл уточнять вопросы, связанные с условиями работы. График, заработная плата и так далее. На этом наш выпуск подходит к концу. Прежде чем сделать выбор, сопоставьте все «за» и «против», согласуйте это со своими внутренними ощущениями, и тогда у вас все точно получится. Ну а если что-то пойдет не так, не расстраивайтесь, ведь мы уже готовим новую горячую подборку майских вакансий специально для вас.